Барселона, столица Каталонии, второй по величине город Испании после Мадрида. История Барселоны насчитывает более 2000 лет, а количество исторических памятников и просто интересных мест тут так велико, что тех 6 дней, что мы здесь провели, конечно же, было недостаточно, чтобы посетить все значимые места этого невероятно красивого города. Я не буду в этом фильме подробно рассказывать обо всех интересных местах Барселоны. Для этого потребуется делать целый сериал. А просто коротко покажу и расскажу о том, что мы успели посмотреть. А если кого-то заинтересует какое-то конкретное место, то в интернете достаточно информации, и каждый сможет ее найти. В Барселону мы прилетели в самом начале ноября. Погода в это время стоит достаточно теплая. Дождей практически нет, но поскольку город стоит на берегу Средиземного моря, тут нередко дуют довольно сильные ветра, и ходить в одной футболке будет все же не слишком комфортно. Говоря о Барселоне, конечно же, в первую очередь приходит на ум творчество великого архитектора Антонио Гауди. Дом Батльо. Наиболее замечательной особенностью этого дома является практически полное отсутствие в его оформлении прямых линий. Волнистые очертания проявляются как в декоративных деталях фасада, высеченных из тесаного камня, так и в оформлении интерьера. Существует множество толкований символики главного фасада, но, по-видимому, наиболее правильной является интерпретация здания как фигуры гигантского дракона, излюбленного персонажа Гауди, возникающего во многих его творениях. Победа покровителя Каталонии святого Георгия над драконом может быть аллегорией победы добра над злом. Меч святого Георгия, вонзенный в хребет дракона, представлен в виде башенки, увенчатой Георгиевским крестом. Фасад здания изображает сверкающую чешую чудовища и усеян костями и черепами его жертв, которые угадываются в формах колонн бельэтажа и балконов. Совсем рядом расположен еще один дом работы Гауди – дом Мила, или, как привыкли называть его каталонцы, каменоломня. Дом Мила имеет целых 3 внутренних дворика, которые не только способствуют естественному освещению помещений, но и их вентиляции. Удивительно, но и в наш век технологического прогресса дом не нуждается в дополнительном кондиционировании, даже в самые жаркие дни. Особое восхищение вызывает тот факт, что ни один этаж здания совершенно не похож на другой. И дело тут даже совсем не в свободной планировке. Этого Гауди удалось добиться за счет полного отсутствия в доме опорных стен. И это было крайне опасным, если бы не четкие расчеты архитектора. Фантастические скульптуры, расположенные на крыше здания, это лишь маскировка дымоходов и вентиляционных труб. Также необычными скульптурами замаскированы и шахты лифтов. Фасад дома напоминает скалы, омываемые морскими волнами. Кованые элементы балконов похожи на морские водоросли. Волнистые линии, переходящие одна в другую, и игра светотени создают иллюзию постоянного движения. Это строение входит в десятку самых популярных достопримечательностей Барселоны. Его посещает около 1 миллиона посетителей в год. Удивительное дело, но в Барселоне совершенно нет автомобильных пробок. За 6 дней я не видел ни одной. Возможно, отчасти это связано с тем, что основная часть жителей предпочитает передвигаться по городу на скутерах. Вдоль всех дорог эти скутеры припаркованы нескончаемыми рядами. Дело в том, что в городе практически нет бесплатных парковок, а платить за это удовольствие – дело весьма недешевое. Скутеры же можно парковать на тротуарах. Городские власти стимулируют использование жителями велосипедов. Практически вдоль всех дорог есть велодорожки, а светофоры выглядят вот таким образом. Также на дорогах очень много электросамокатов,
процентов 90 из которых – производство фирмы Xiaomi. Там же, где велодорожек нет, велосипеды часто имеют совершенно равные права с автомобилями, и можно ехать, не опасаясь, что тебя задавят. Хотя, конечно, пусть и довольно редко, случается всякое. Что касается правила перехода дорог, то у испанцев на этот счет имеется свое мнение. Дорогу на красный свет тут переходят постоянно, если поблизости нет несущегося автомобиля. Одной из основных достопримечательностей города, конечно же, является Саграда Фамилия, искупительный храм святого семейства. Гауди посвятил строительству храма более 40 лет. После его смерти в 1926 году строительство продолжали другие архитекторы, причем все работы ведутся исключительно на частные пожертвования. Гибель Гауди была совершенно нелепой. Видимо, погруженного в свои мысли, а оттого рассеянного гения сбил трамвай. Извозчики отказались везти в больницу неопрятного, неизвестного старика без денег и документов, опасаясь неуплаты за поездку. В конце концов, Гауди доставили в больницу для нищих, где ему оказали лишь самую примитивную медицинскую помощь. Только на следующий день он был опознан, но к тому времени состояние маэстро настолько ухудшилось, что ему не помогло и самое лучшее лечение. Строительство храма периодически прерывалось, как в частности во время гражданской войны в Испании. К тому же во время пожара в 1936 году были уничтожены многие чертежи и макеты, хранившиеся в мастерской Гауди, но, к счастью, некоторые из них все же удалось восстановить. Завершить строительство планируют к столетию смерти Гауди, а значит, ждать нам этого осталось совсем недолго. Данную церковь иногда ошибочно называют собором, но собор – это главная церковь города, где находится правящая кафедра епископата, а таким храмом в Барселоне является собор Святой Евлалии в Старом Городе. В Барселоне огромное количество зданий, представляющих шедевры архитектурного искусства. Тут можно часами гулять и не уставать удивляться красоте этого города. Ну а если ходить пешком лень, то по городу курсируют несколько маршрутов экскурсионных автобусов. Вы можете сойти на любой остановке, а потом продолжить путешествие на следующем автобусе. Билет действует в течение всего дня, хоть стоимость его довольно приличная – 30 евро. Но мы не поскупились и, конечно же, прокатились на этом автобусе, тем более, что с его второго этажа открывается отличная картина на все достопримечательности города. Спросите у любого туриста, побывавшего в Барселоне, какая улица самая известная в городе, и вам, конечно же, ответят – безусловно, это Рамбла. Вдоль всей улицы тянутся бесконечные ряды палаток с сувенирами, кафе под открытым небом, ходят толпами туристы. Гуляющих развлекают уличные музыканты и художники, тут же стоят живые скульптуры. У всех отдыхающих приподнятое настроение, ощущение праздника. А уж не попробовать вот такого мороженого, пожалуй, не хватит силы воли даже у самого закоренелого аскета. Однако и о бдительности забывать не стоит. Сами испанцы предупреждали нас неоднократно, что в городе довольно много карманных воришек, для которых расслабленные туристы – легкая и желанная добыча. Мы тоже присели в одном из кафе, и, конечно же, на столе было сангрия и паэлья. Сангрия – буквально кровь, алкогольный напиток из вина, газировки, фруктов и сахара. Иногда в нее добавляют бренди или ликер. Стоимость этого напитка на Рамбле довольно высокая, около 15 евро, в то время как бутылку вполне приличного красного вина можно взять за 5 евро. Но поездка в Испанию – это праздник, а экономить на празднике, конечно же, нельзя. Паэлья – национальное испанское блюдо из риса. Сюда можно добавлять морепродукты, курицу, овощи.
Невероятно вкусная штука. С Рамблы можно попасть на один из крупнейших рынков Барселоны – Бакерия. Первые упоминания об этом рынке датируются 1217 годом. А что касается ассортимента, то, наверное, тут можно найти все. Мы покупали тут невероятно вкусные папайя и манго, ну и, конечно же, хамон, цены на который отличаются в десятки раз, в зависимости от способов приготовления. Бакерия – настоящий праздник живота, хоть это и не самый дешевый рынок Барселоны. Но попав сюда, совершенно невозможно не купить хоть что-нибудь, забыв хоть на время о грехе чревоугодия. Начинаясь от площади Каталония, Рамбла другим своим концом упирается в памятник Христофору Колумбу. Высота монумента около 60 метров. Он был построен в 1888 году и стоит на месте, куда Колумб вернулся из своего первого путешествия в Америку. Внутри монумента есть лифт, ведущий на смотровую площадку. С этой площадки открывается великолепный вид на город. Правда, площадка очень небольшая и довольно узкая, но, наверное, все же стоит сюда подняться, чтобы насладиться потрясающей панорамой Барселоны. Гора Тибидабо – высшая точка Барселоны. С 500 метров над уровнем моря открывается великолепный вид на весь город. Жемчужиной Тибидабо без сомнения можно считать храм Святого Сердца. Несколько столетий назад земля на вершине горы Тибидабо пугала людей своей отдаленностью и трудностью подъемов на нее. Но спустя время католический комитет решил использовать эту землю для возведения величайшего католического храма, место расположения которого подчеркнуло бы его божественное значение. По легенде, дьявол искушал Христа на этой горе, предлагая ему все красоты мира. «Даю тебе», – нашептывал он Сыну Божьему, что на латыни звучит, как «Тибидабо». На горе также есть великолепный парк, множество аттракционов и ландшафтный лабиринт. Незадолго до нашей поездки в Барселону тут прошли массовые митинги, перерастающие порой в уличные беспорядки. Ничего подобного мы тут не увидели, но, конечно же, заглянули на университетскую площадь, где протестующие построили свой палаточный городок. Тут все тихо и мирно, и даже как-то немного сонно. Студенты спокойно общаются друг с другом, бренчат на гитарах, дремлют. Кстати, неплохо организовано питание протестующих. Бесплатно раздают салаты и горячие блюда. Мы немного поболтали с этими ребятами, и почти все они довольно тепло отзываются от России. Некоторые даже понимают по-русски. Во всяком случае, на бытовом уровне с ними можно как-то объясниться. А одна девушка-француженка, тоже немного говорящая по-русски, сказала нам, что во Франции знать русский язык у молодежи считается очень круто. Так что, возможно, через некоторое время мои соотечественники смогут общаться с некоторыми европейцами на родном языке. Во всяком случае, во многих музеях Барселоны имеются аудиогиды на русском, и в ресторанах можно найти русское меню. В верхней части Барселоны расположен парк Гуэль. Первоначально тут задумывался некий городок-парк. Граф Гуэль купил довольно большой участок земли на окраине города и предложил Антонио Гауди создать тут парк, который предполагалось разделить на участки и продавать их под застройку. Но, к сожалению, этот план провалился, поскольку было продано всего два участка, один из которых приобрел сам Гауди, построив тут себе небольшой дом, где он и прожил около 20 лет. Небольшая центральная часть парка сейчас платная, и мы, к сожалению, не смогли туда попасть. Билеты продавались на то время, на которое у нас уже была куплена другая экскурсия. Но тут и без этого есть на что посмотреть. Парк представляет собой сложную ступенчатую систему дорог и тропинок,
по которым очень приятно побродить в тени деревьев. Руководствуясь желанием сохранить природу в исходном виде, Гауди сделал прокладку тоннелей парка и живописных поворотов. Некоторые из них выглядят настолько натурально, что похожи на входы в пещеры, образованные тут естественным путем. Несмотря на то, что постройки парка выглядят довольно хрупкими, они очень прочны и не нуждаются в реставрации даже век спустя после их создания.